какая-то картонка внутри. Но здесь то же самое украшательство для ножа, мультитула. Опа, здесь уже крафтовая упаковка. Счастливый крафт какой-то. А можно ли это вскрыть аккуратненько? Да, можно. Так. Тут позаботились о том, чтобы была ниточка для протягивания. Ну и, собственно говоря, сам темляк. Дешевая китайская штамповка, а не бусина. Ну, плетение нормальное, 4 миллиметра. И благо то, что есть ниточка для того, чтобы его протянуть. Это очень радует. Ссылка на него также будет в описании. Сделан качественно, запаян тоже. И плюс еще из крафтовой бумаги упаковка с логотипом, что не может не радовать. Упаковываем, так как это будет подарок. Сделано с любовью.